Ты сказала довольно того, что погиб один Крофт. Что ты имела в виду? Это ты убила отца, так? Троица приказала его убить, но... я не смогла. Ты лжешь! Я его люблю. Готово. Хорошо. Что насчет Крофт? Нет. Еще рано. Я знаю, это непросто. Жаль, что не могла быть с ним рядом. Знание того, что ваш народ спасен, дало ему покой. Он ушел с миром. Спасибо, Лара. Мы сдержали свои клятвы. Что теперь будешь делать? Это все еще наш дом. Мы отстроим его заново. Но пока есть более насущные дела. В долине еще остаются враги. И еще много непознанного. Александра с семьей тоже уходит. Пойдут по старой железной дороге. Не понимаю, почему после смерти Якова мы должны сменить веру? Долина все еще священна. Да ну. А что мы теперь охраняем? Источника нет, как и Якова. Придется задавать себе трудные вопросы, и каждый будет отвечать по-своему. Я их не сужу.